видишь, главная дорога куда-то шла. Угу. Так, слева направо. Поехали. По дороге мы видим, знаю, главная дорога. Еще едем, 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 едем. Вон видишь, где сплошная начинается, кончается. Поворот не ключи. И слева теперь смотри, как бы слева по главной дороге. Ты из-за машины сейчас не видишь ничего. Теперь поехали. Поехали, поехали. Пусть они засигналятся, они нам обзор видел, перегородили и сигналят, поворотник выключи. А что он сказал, что мы выездим? Ну он сигналил, типа, так, что вы прощай, стоите, да, поехали. Он же увидел, смотри, видишь, психанул. А это не он, тот, кто сигналил сзади. И получишь водительское удостоверение, поймешь, когда стаж будет. Знак какой проехали? Главную дорогу был. Еще. Да. Знак 40 километров в час. Вот, вот эти мелочи, да, на экзамене и приводят на, угу, к неудачам. Независимо, как мы ездим, хорошо мы едем, плохо мы едем. Никто в основном не ошибается в движении, там руль неправильно покрутил, там неправильно перестроился или что. Вот обычные типичные знаки, вернее, ошибки, невыполнение действий, требований знаков. Выбирай место для остановки. Я справа остановился. Все. Теперь поехали. Ну, соответственно, да. Парковка ручник. Угу. Это мы сделали, якобы. Поехали дальше. Ну ты ж смотри на знаки, это же наши подсказки. Едем, едем, разгоняй автомобиль. Сразу направление свое смотри, чтобы в остановку не уехать, видишь? Держимся бордюрки справа. За перекрестком перестроимся в левый ряд. Разгоняй машину, разгоняй. Ну, уже, соответственно, видишь, да, светофор. Стоп-линия. Смотри, не переедь ее. Все, достаточно. Просто если смотреть прямо, там автобусная остановка, видишь, по курсу. Если мы поедем под нашей траекторией, по прямой, мы в автобусную остановку уедем. Так что мы сейчас остановку, перекресток проезжаем и по возможности перестраиваемся. Ну, что спишь? В левый ряд уходи, зеркало. Уходи, уходи, не бойся. Все, выключай поворот. По дороге не гуляй, либо справа, либо слева. С указателем поворотников едем. Едем, 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 едем. Не бойся, у нас главное. На перекрестке направо, на улицу Воронежская. Право поворотник, право зеркало, уходи. Уходи. Это улица Бондаря. Знаки какие видим? 40.
тебе больше скажу, здесь знак от улицы Тихоокеанской по улице Бондаря до Воронежской практически едем 40 км в час. Здесь нет перекрестков и, соответственно, сейчас там еще будет стоять знак 40. А в обратную сторону, вот как грузовик нам едет, остановка, знак стоит запрещена. И обычно говорят, на этом участке выбирайте место для остановки. Это с улицы Воронежской в сторону Тихоокеанской. И остановиться тоже нигде здесь нельзя. В нашу сторону, соответственно, можно хоть вот прямо здесь вели и останавливаться. А с другой стороны нельзя. На знак он, да, еще? Знак, да. Вот еще знак 40, видишь, 200 метров. Не, остановка запрещена. Я понял, да, остановка запрещена вот там где-то. Либо вот этот знак висит, где белая машина проезжает. Да, как раз тут знак. Вон, смотри, знак. Какой это знак? Ограничение все. Это... Да, все, можно 60 ехать. И останавливаться, оно останавливается так. Останавливаться, так, да, можно. Так, так.